Здрасте, дверь поставьте. Сегодня, по идее, у меня выходной должен быть, но вчера позвонил один из постоянных заказчиков, попросил срочно установить две двери. Что там за двери и что за фурнитура, я не знаю. Ну, в принципе, должно быть нормально, потому что уже не первый раз ему ставил двери. Поедем посмотрим. Ехать недалеко, но подозреваю, что сейчас попаду в пробку. Ну вот, в город въехал и в пробку попал, как я и планировал, можно сказать. Ехать осталось 1,5 километра, навигатор показывает 15 минут. Едем, осталось еще 800 метров. Так, мой заказ вот он там, с левой стороны. Сейчас. Сюда. А теперь будем звонить. Так, ворота куда открываются? Ворота вроде вовнутрь открываются. Теперь будем звонить. Ой, первый подъезд. Ваше место назначения находится слева. Приехал на заказ. Вот такой новенький домик, коричневенький. Мой подъезд. Сейчас буду заходить, пойду проверю сначала проемы, фурнитуру, и потом буду поднимать инструменты. Уже расположился, разложил инструмент, все приготовил. Сегодня у меня вот такие две белые дверки Браво. Такая фурнитура. Сейчас чай попью и вперед работать. Будем делать врезку и ставить двери. Проемчики подготовлены, все правильно. Отделочники знакомые, все правильно сделали. Высота 206, ширина 890. Здесь дверки будут, и здесь на кухне будет порталочка. We'll be right back.
поработал совсем немножко. Сделал врезку, поставил две двери, запенил. Все, у меня опять чудо-заказ. Вообще заказывал установку дверей прораб. Сказал, что нужно установить всего лишь две двери. А по итогу, оказывается, две двери еще и портал на кухню надо. Ну, ничего страшного. Заказчики купили на две двери и портал всего лишь 10 наличников. И плюс добор купили, я так понимаю, только на портал. То есть на двери добор они не купили. Плюс купили на портал добор 12 сантиметров, а стена толщиной 14,5 сантиметров. То есть он туда не подходит. Вот обещали завтра утром привезти недостающие доборы и наличники. Сегодня еду отдыхать раньше. Сделал врезку, запиловку собрал, коробки выставил, запенил. Все четко, все отлично, ничего не болтается. Коробки кривые, кошмар просто, все были саблями, одна в одну сторону выгнута, другая в другую. Здесь тоже все четко, мертво, ничего не болтается, все отлично. Сейчас поставлю наличники на лицевые стороны. И на одну дверь, наверное, в санузел поставлю добор. У меня на одну дверь доборы есть. А сюда жду доборы и наличники. Закончил я заказ этот, чудо-заказ, чудо в решете, двери браво, коробки ужасные, все саблями, даже доборы саблями. Еще раз, в очередной раз убедился, что двери браво. Ну, сами двери еще более-менее, и то там покраска с саплями, с наплывами, с каплями, но двери еще более-менее так. А вот коробки вообще, ну, гадость, все разные толщины, все разной ширины, кривые, косые, горбатые. То есть из пяти стоевых одна была более-менее, одна в одну сторону выгнута, остальные все куда-то в другую, и пропеллера, и плюс все разной ширины. То есть четверть у всех практически разные. Я старался выбрать, чтобы дверь примыкала одинаково. И только что я установил всего лишь две двери, портал установить не удалось. Заказчики вчера привезли только доборы 12 на еще одну дверь и 5 наличников на портал. 15-го добора нету, они заказали, когда прибудет неизвестно. Поэтому экономьте, заказчики, правильно. Вызывайте на замер мастера, который будет вам ставить двери. 500 рублей сейчас не деньги. Зато за весь замер будет отвечать мастер. Все претензии к нему. И 99%, что мастер не ошибется, а напишет вам купить все, что нужно. Замки, фурнитуру, все, какие там защелки или еще что-то. Наличники досконально, доборы, все. Распишет все полностью, что вам купить. И у вас уже не будет таких косяков. Подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм. До новых встреч, всем пока. Ставьте лайк.